Театральный сезон подходит к своему завершению, в том числе и для коллективов, занимающихся во Дворце культуры имени Костевича. А значит, пришло время отчетников. В преддверии Дня Победы музыкальный театр «Лукоморье» представляет вниманию ербичан спектакль «Родинка» по одноименному рассказу Михаила Шолохова. Понял, атаман, что непростой красноармеец скачет. И поводь я натянул. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги. А он, тёплый из-за пояса, зацепившийся за кушак Маузер крикнул. И нам белогубы. Впервые спектакль «Родинка» вышел на сцену в 2014 году. На тот момент материал выглядел совсем иначе и представлял из себя групповую чтецкую работу. Сейчас же «Родинка» поставлена абсолютно с нуля, и играют ее в основном молодые актеры. Это, наверное, наша гражданская позиция. Ну, в первую очередь, меня и вот моих старших мальчиков. А младших детей мы пытаемся просто подтянуть к этому интересному материалу, к самой исторической эпохе. Обновленный вариант спектакля музыкальный театр «Лукоморье» представил на фестивале в Верхней Салде, где получил уже первое мнение о нем, как от других театральных коллективов, так и от жюри. Но там не было рядового зрителя, там в основном ребята были из разных театральных коллективов. Там всегда очень хороший прием, там всегда очень хорошо принимают друг друга, была тишина, потом были аплодисменты. Вот. Ну а жюри, они высказали некоторые пожелания коллективу. Конечно, спектакль был очень сырой, когда мы его на конкурс возили. Сейчас мы очень многое меняем в нем. Вот. Но удивление, выбор материала не произвел. То есть как бы нас поняли. Сейчас судьба этого спектакля известна только на ближайшее время. А именно, это отчетное выступление перед ербитским зрителем. Хотя не исключено, что и на нашей сцене она будет представлена еще неоднократно. Ну, мы съездим на конкурс с ним, а время покажет. У нас как бы в планах после этого спектакля перейти к другой работе. Спектакль, скорее всего, останется в репертуаре, и мы будем его показывать позже. Вот, а непосредственно после конкурса и после показа здесь мы займемся новой постановочной работой.